Приветствуем вас, дорогие зрители, на нашем YouTube-канале. Друзья, если хотите быть в курсе свежих новостей шоу-бизнеса, обязательно жмите кнопку «Подписаться». Заранее спасибо. Буквально несколько минут назад мы узнали, что скончался советский и грузинский актер, певец и кинорежиссер Вахтанг Кикабидзе. Актер умер в возрасте 84 лет. Последние годы он серьезно болел. Кикабидзе родился в 1938 году в Тбилиси. В 66 году пришел в ансамбль «Урера» – ударные инструменты, вокал. В том же году начал дебютировать в кино в фильме «Встреча в горах», а через год снялся у Георгия Данелия в фильме «Не горюй». Это принесло ему приз за лучшую мужскую роль международного кинофестиваля в Картахене. Следующим знаковым фильмом стала картина «Мелодии Верийского квартала». В 1977 году вышел фильм «Мимино», где актер сыграл роль летчика Валентина Мизандари. Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким.